Давайте повтори, что я заказывал. У вас отличная мужская фигура. Ты что, тупой? Все сюда! Эй, чего это они? Может, они думают, что у меня день рождения? Не волнуйся, я разберусь. Так, ребята, успокойтесь. Если мой друг сказал что-то не так, уверен, этому есть разумное объяснение. Отойдите, я сейчас чихну. Мяу? Бросить этих монстров в огонь! Нет-нет-нет, вы чего? Давайте все обсудим! Что будем делать? Я читаю про обычаи. Тут должно быть что-то и про Сибирь. Тейлс, ты мог бы поторопиться? Ух, кажется, нашел. Пивонка! 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 Пивонка? Да. Пивонка! Трейлс, что такое пивонка? Это сибирский способ разрешать споры. Выиграем, нас отпустят. Проиграем. Поехали! Надо забрать карту и бежать отсюда. А где же она? О, нет. Я забыл ее на столе. Смотри! Чего? О, боже мой, это танцевальный баттл! Танцевать. Нужно забрать карту. Погнали! Ой. Ладно, так, сейчас я. Так, а теперь давай. Нет, нет, лучше. Вот ведь это не так просто. Такое впечатление, что у него костей нет. Эй, Соник, смотри! Вот она, карта! Хочешь? Ну так отбери! Пляши! А ну давай, пляши! 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 Тейлс, ты чего? Испугался? Мы же вместе! Я так не могу, Соник! Я не такой смельчак, как ты! Я втянул нас во все это! Я потерял карту! И из-за меня нас бросят в огонь! Народ, у нас новый диджей! Друг, я кое-что придумал! Давай им покажем, на что мы способны! Делай, как я, ты сможешь! Just like, don't believe me, 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 just like, don't believe me
Да уж, только ежик Соник мог выиграть такой эпичный батл. Со мной не пропадешь, друг. Земля может кого-то напугать, но я знаю об этом голубом шарике все. Правда? Все при все? Ладно, не все при все, но я часто смотрю канал Discovery. Нет, ты назвал меня своим другом. Конечно, дружище. Хо-хо-хо, смотри, не задуши. Знаешь, в детстве у меня не было друзей. Все дразнили меня за мой лишний хвост. Эй, мне это знакомо. Но я увидел тебя. Самое быстрое существо в галактике. Ты ведь тоже не как все. Но ты стал легендой. И я решил, что быть не как все не так и плохо. Ты вдохновил меня. Покинуть мой дом, найти тебя, помогать тебе во всем. Я рад, что ты здесь, Тейлз. Я тоже этому рад, Соник. Знаешь, нам не помешает поспать. Пожалуй, переночуем прямо здесь. Может, твой гаджет заработает, когда закончится метель? Тогда... Добрых снов. Тейлз, у нас проблемы.